Шоколапанвзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 53-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хазароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бесджа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бесджа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. У нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план. Мы с вами перепишем новые слова, затем пройдем небольшой текст и попутно вспомним основные правила чтения. Итак, правила чтения на абазинском языке. Давайте вспомним, как мы говорим правила чтения. Ахарывко рагапшаще. Ахарывко рагапшаще. Давайте обратим внимание на выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Начнем с буквы Х. Пишется она как Х, палочка. Произносим мы ее как Х. Запоминаем произношение буквы Х с помощью слова груша. Груша на абазинском языке Х. Перейдем к звуку К. Звук К пишется как К, В. Мы его произносим как К. Запоминаем произношение звука К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. В слове «рапшаще» мы видим звук «г». Пишется звук «г» как «г» – палочка. Мы с вами запоминаем произношение буквы «г» с помощью слова «весна». Весна на абазинском языке «гапн». «Г» – «гапн». Далее звук «х», который пишется как «х» – мягкий знак. Мы с вами запоминаем с помощью слова «золото». Золото на абазинском языке «хапш». «Х» – хапш. Теперь приступим к словам. Агу. Доска. Агуара. Равнина. Агура. Уздечка. Давайте запишем эти слова в комментариях. Будем тренироваться с правописанием слов на родном языке. Агу. Доска. Агуара – равнина, агура – уздечка. Звук «г» мы с вами запоминаем с помощью слова «деревянный забор». Гуара, гуара. Еще раз прочитаем слова на слайде. Агу – доска, агуара – равнина, агура – уздечка. Следующая группа слов. Гучит – дощечка. Гра – ругаться. Гач – проросший, например, картофель. Гучит – дощечка. Гра – ругаться. Гач – проросший, например, картофель. Давайте обратим внимание на выделенные буквы и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Начнем с буквы «го». Мы запоминаем произношение буквы «го» с помощью слова «деревянный забор». «Угуара», «угуара». Следующая буква, которую мы с вами запомним, это буква «ч». Давайте обратим внимание на то, как пишется буква «ч». Она состоит из двух согласных «т» и «ш». То есть две согласные «т», «ш» образуют звук «ш». Запоминаем мы произношение буквы «ч» с помощью слова «лошадь». Лошадь на абазинском языке «ч». Букву «ж», посмотрите, как она пишется, «г», твердый знак, мягкий знак. Букву «ж» мы с вами запоминаем с помощью слова «погремушка». Погремушка на абазинском языке «гар-гар». «Гар-гар». И, наконец, последняя буква, это буква «ч». Мы ее запоминаем с помощью слова «яблоко». Яблоко на абазинском языке «ча». «Ч», «ча».
Еще раз прочитаем слова на слайде. Ручит – дощечка, гра – ругаться, гадж – проросший, например, картофель. Следующая группа слов. Гяша – бурдюк, тых – баран, гургяра – радость. Гяша – бурдюк, тых – баран, гургяра – радость. Или радоваться. Или радоваться. Давайте обратим внимание на выделенные буквы. Напомним себе, что букву Г мы с вами запоминаем с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. И букву Р, которая пишется как Г, твердый знак, мягкий знак. Видите, она три раза нам встречается в каждом слове. Мы запоминаем с помощью слова погремушка. Погремушка на абазинском языке Р-Р. Ряр-ряр. Да? Еще раз прочитаем слова на слайде. Ряша – бурдюк, тых – баран, гурьяра – радость. Следующая группа слов. Кяра – широкий, кят-кят – болтливый, ркяра – разрезать. Кяра – широкий, кят-кят – болтливый или болтун, ркяра – разрезать. Здесь мы видим звук «э». Звук «э» мы с вами запомним с помощью слова «кат-кат». «Кат-кат» – болтун, болтливый, может быть, там. Ну да, болтун, болтливый. Звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». «Сова» на абазинском языке «т». Еще раз давайте прочитаем слова на слайде. «Кяра» – широкий, «кат-кат» – болтливый, «ркяра» – разрезать. Очень хорошо. Первая часть занятия подошла к концу. Переходим к переписыванию. Для начала вспомним, как переписывание на абазинском языке. Переписывание на абазинском языке «ахвелгара». «Ахвелгара». Обратим внимание на выделенные буквы. Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Если у вас есть свои варианты, которые могут помочь нам запомнить слова, в которых содержатся буквы, вот они выделены, «х», «в», «э», можете писать в комментариях, нам всем будет интересно ознакомиться с вашими предложениями. Букву «х», которая пишется как «х» – твердый знак, мы запоминаем с помощью слова «хлпа» – шапка, да? «Х» – «хлпа». Звук «в», который пишется как «г» – палочка «в», мы произносим как «в», запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра», «в», «вяра». Следующий звук, который мы с вами разберем, это звук «г». Посмотрите, как пишется звук «г». Пишется как «г» – палочка. Да? Можете писать в комментариях, сколько слов вы можете придумать, в которых содержатся выделенные буквы. Очень интересно будет всем почитать, и уроки будут продуктивнее, так что будьте активнее. Звук «р» мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «гапн». «Р» – «гапн». Теперь приступим к самому упражнению. Сначала разберем некоторые вопросительные слова. «Яуа» переводится как «зачем», «почему». Яуа – зачем, почему? Если мы хотим спросить как, каким образом, мы можем сказать ешпаку, ешпаку. Теперь давайте обратим внимание на выделенную букву и попробуем с вами запомнить, как она произносится и как она пишется. Буква К пишется как К, палочка В, произносится как К. К, как в слове конжи. Кунжи – это национальная мужская абазинская одежда. Ко – кунжи. Еще раз прочитаем эти вопросительные слова. Яуа – зачем, почему? Ешпаку – как, каким образом? Есть еще пару слов разберем. Ябаку – где? Янбаку – когда, во сколько? Ябаку – где? Янбаку – когда, во сколько? Давайте еще раз остановимся, обратим внимание на выделенную букву и напомним себе, с помощью какого слова мы запоминаем произношение этой буквы. Итак, буква К пишется как К, палочка В,
произносится как ко, запоминаем ее произношение с помощью слова комже. Комже – национальная мужская абазинская одежда. Итак, еще раз повторим вопросы, вопросительные слова. Ябаку – где, янбаку – когда или во сколько. Теперь перепишем с вами небольшой текст. Или давайте прочитаем его хотя бы. Сейчас я прочитаю предложение на слайде. Вы можете послушать, соотнести те буквы, которые я произношу, с теми, которые вы видите на экране. Потом мы с вами разберем каждую выделенную букву по отдельности и еще раз потренируемся правильно читать эти слова. Итак, Махаматби ахта елалд. Магаматби простудился. Махаматби ахта елалд. Магаматби простудился. Теперь разберем выделенные буквы. Посмотрите, у нас есть буква Х, которая пишется как Х-палочка. Чтобы нам легче было с вами запомнить, как правильно произносится эта буква, мы используем такую подсказку. Груша, да? Груша на абазинском языке Ха. То есть мы с вами формируем такой ассоциативный ряд. Букву, которая пишется как Х-палочка, мы произносим как тот же самый звук, который мы встречаем в слове груша. Х, ха. Дальше в слове ахта звук х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. В слове елалд мы видим звук т, который пишется как т-палочка. Звук т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Теперь мы с вами разобрали выделенные буквы, вспомнили, как они правильно произносятся и читаются. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение полностью. Махаматби ахта елалд. Давайте все вместе прочитаем. Махаматби ахта елалд. Теперь перейдем к следующему слайду. Иха йохит дамхит тқарусызг тшабгу тшит. Иха йохит дамхит тқарусызг тшабгу тшит. У него болит голова, он кашляет, у него слабость, температура. Теперь разберем выделенные буквы, для того, чтобы нам с вами легче было их узнавать и запомнить, как они правильно читаются и пишутся. Итак, в слове «иха» мы видим звук «х». Звук «х» пишется как «х» – твердый знак. Давайте напомним сами себе, что звук «х» мы с вами запоминаем с помощью слова «шапка». Шапка на абазинском языке «хлпа». «Х» – «хлпа». В слове «ехит» мы видим звук «х». Мы его запоминаем с помощью слова «золото», да? «Хехапщ». Звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». «Сова» на абазинском языке «т». Обратим внимание, как пишется звук «т». «Т» – палочка, образует звук «т». Переходим к слову «дамхит». Здесь мы встречаем звук «г», который пишется как «г» – палочка. Мы его запоминаем с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «апн». «Г» – «апн». Следующий звук – это звук «х». Давайте обратим на него дополнительное внимание. Он состоит из целых трех символов. Да? «Х» – палочка «в». Две буквы и вот палочка. «Х» – палочка «в» образует звук «х». Чтобы нам с вами легче было запомнить произношение этой буквы, мы используем такую подсказку. «Трава». «Трава» на абазинском языке «хра». «Х» – «хра». Следующая буква – это буква «к». Посмотрите на слово «дкарусызб», то есть он очень слаб. «Дкарусызб». Звук «к» мы запоминаем с помощью слова «тыква». «Тыква» на абазинском языке «каб». «К» – «каб». Посмотрите, как пишется звук «к». «К» – твердый знак. Часто путают звуки «к» и звук «х». То есть звук «х» и звук «к». То есть «х» – «хлпа», «к» – «каб».
да, очень легко запомнить отличие этих двух звуков друг от друга, очень легко запомнить, как они пишутся. Значит, если вам нужен звук х, как в слове хлпа, мы пишем х твердый знак. Если вам нужен звук к, как в слове каб, или в слове каз, или в слове карапагуа, мы везде пишем к твердый знак. Такая небольшая подсказка. Звук п мы встречаем в словах тхарусызм, тшит, да, и в других тоже. Ой, звук п мы встречаем только в слове тхарусызм, что-то я заговорилась, извините. Звук п мы запоминаем с помощью слова клюква. Прп, п, прп. Да, обратим внимание на то, что звук П пишется как П палочка. П палочка. Звук П. Прп это клюква. Итак, разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем предложение. Отработаем произношение букв уже не по отдельности, а в словах, даже в целом предложении. Йха йхит, дамхит, дкарусызб, шабгу тшит. Йха йхит. Дамфит, тхарусызм, тшабгу, тшит. Очень хорошо. Следующее предложение. Аврач дазчертт. Аврач дазчертт. Позвали врача или вызвали врача, да? Теперь давайте разберем выделенные буквы в этом предложении. Давайте обратим на них внимание и напомним сами себе, с помощью каких слов мы запоминаем произношение этих выделенных букв. Итак, букву «э», которая пишется как «г-палочка», мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «гапн», «г», «гапн». Звук «ш», посмотрите, как он пишется, «ш-палочка», да? «Ш-палочка» образует звук «ч». Мы его запоминаем с помощью слова «крот», «ч-чуб», «ч-чуб». И звук «т», который пишется как «т-палочка», нам уже очень легко вспомнить, потому что мы из слайда в слайд встречаем этот звук. Думаю, мы его уже выучили наизусть. Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Сова» на абазинском языке «т». Разобрали выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. «Аврач дазчертт». «Аврач дазчертт». Позвали врача. Следующее предложение. Ауи гор елалцат. Апшко изалвит. Ауи гор елалцат. Апшко изалвит. Врач сделал укол и назначил лекарство. Теперь разберем выделенные буквы. Буква го в слове гор мы запоминаем ее с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке г. Г. Следующий звук это звук ц. Мы его запоминаем с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц. Цла. Пишется звук ц как ц палочка. Звук т нам уже очень хорошо знаком. Нам очень легко вспомнить, что мы запоминаем звук т с помощью слова сова. И пишется звук «т» как «т-палочка», а «сова» на абазинском языке «т». В следующем слове «апшква», то есть «лекарство», мы видим звук «х». Посмотрите, он пишется как «х», твердый знак «в», «х». Не самый простой звук, давайте обратим на него дополнительное внимание. «Х», твердый знак «в» образует звук «х», как в слове «грипп». «Х», «харп», «х», харп, да? Хжду, например, еще так можно. Звук ш. Следующий звук после звука х. Звук ш пишется как ш в. Звук ш мы с вами запоминаем с помощью слова олей. Ш шарах. Ш шарах. Следующий звук это звук к. Обратите внимание на то, как пишется звук к. Звук к состоит из двух согласных к в. Произносится как «к», точно так же, как в слове «крыша». «Крыша» на абазинском языке «к». В последнем слове «изалвит» мы видим звук «г», который мы запоминаем с помощью слова «весна». «Г», «гапн», да? Пишется звук «г», как «г-палочка».
звук «в», посмотрите, предпоследний звук, да, пишется как «г», палочка, «в». Мы запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «вяра». «В-вяра». И звук, так, звук «т» мы уже, да, запомнили с помощью слова «сова». Разобрали все выделенные буквы, теперь давайте еще раз прочитаем это предложение. «Ауи гор елалцад». Акшкойзалвит. Ауи гор елалцад. Акшкойзалвит. Врач сделал укол и назначил лекарство. Теперь следующее предложение. Махаматби хапшила щаща, аптакит цан акшколхват. Махаматби хапшила щаща. Аптакит цан акшколхват. Супруга Щаща, супруга Магометби пошла в аптеку и купила лекарства. Теперь обращаем внимание на выделенные буквы. Тренируемся еще раз. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Звук х с помощью слова шапка хлпа. Звук к с помощью слова юла кекен. Звук к с помощью слова гриб «хуарп». Звук «ш» с помощью слова олень «ш-шарах». Звук «к» с помощью слова крыша «к-к». Звук «х» с помощью слова черв «х-хуа». Звук «э» с помощью слова весна «э-гапн». И звук «т» с помощью слова сова «т-т». Вот так вот быстренько пробежались, вспомнили, да, чтобы лишний раз не останавливаться. Мы эти звуки уже не очень часто встречаем из занятия в занятие, поэтому быстро так напомнили себе, чтобы не заставлять вас скучать. Теперь давайте прочитаем еще раз это предложение. Махаматби хапшила щаща аптакит цан акшколхват. Махаматби хапшила щаща аптакит цан акшколхват. Щаща, супруга Магометби, пошла в аптеку и купила лекарства. Последнее предложение в нашем сегодняшнем занятии. Ачимазай ават едигалит. Ачимазай ават едигалит. Больной принимает их, имеется в виду принимает лекарства. Звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо». «В» – «вяра». Вяра. Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Но это мы с вами, я думаю, уже выучили наизусть, да, что звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». Еще раз прочитаем предложение. Ачимазай ават едигалит. Больной принимает их. Принимает их, имеется в виду, принимает лекарства. Очень хорошо, молодцы, отлично поработали. Спасибо, что были сегодня, присутствовали на занятии. На этом наше занятие подходит к концу, и прежде чем с вами попрощаться, я вам хочу напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах «Абаза Бюджа» и «Алашара» во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Алашара» и YouTube-канал «Абаза Бюджа», ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Чсарасхат.